Всем привет, мои хорошие! У нас сегодня четверг. Я сейчас еду в Кайзер к своему семейному врачу. Я про него вам рассказывала. Он сам из Азербайджана, но закончил университет в Москве и живет в Америке уже много-много лет. Тут он тоже учился, но он уже взрослый, ему, наверное, 60. Вот. И у меня сегодня такое тщательное обследование, потому что... Ну, не знаю, вот это головные боли, хотя они делали МРТ мозга полгода назад, все нормально было. Все анализы всегда нормально у меня. Ну, единственное, у меня анемия, да, всегда. Вот, но все равно хочу еще раз провериться, тем более он сказал, он хочет сделать EEG, чтобы проверить сосуды головного мозга. Потому что у меня есть история внутричерепного давления у меня. Вот. Раньше прям очень сильно было черепное давление в Узбекистане, делали лечение, тут они лечение не делают. Насколько я знаю, по крайней мере, мне никогда не делали. А Джейчик смотрит за детьми, спасибо ему, что он отлучился от своей работы, потому что у него очень сейчас busy time, то есть очень-очень, ну, busy, да, и он... Ну, конечно же, посмотрит за детьми, у нас же каникулы, вот, и поэтому все дети дома. Ну все, поехали. Кстати, сегодня, наверное, сделаем прямой эфир, посмотрим, если получится, то сделаем. Блин, я так опаздываю, на 15 минут, посмотрим, вообще примут они меня сегодня или нет. Ну все, быстрее. Я еще не туда уехала, мне надо было на третий этаж, я на второй, потом на четвертый. Успела, мои хорошие, успела. Ждем, как говорится, врача. Смотрите, в неделю один раз тут проходит вот такой вот, типа фармер маркет. Ой, можно перекусить что-то сейчас вкусненькое. Прям в Кайзере. Прям у нас тут находится. Это вот Джеркис. Мне нужно идти сдавать кровь, но сказали, что кровь можно сдавать... О, такос-то, может, я такос-то возьму. Кровь можно сдавать и после еды, потому что это не такая... Это не такая кровь. А что это такое? Вот это я не могу понять. King's Best. Ground Beef. Даже не знаю, что это. Все берут. Даже не знаю, что это такое. Типа на наши самсушки похоже, но не знаю, что это. Интересно. Тут у них вкусное кофе продают, очень вкусное. Это соки свежие, свежевыжатые. А это что? Тоже кофе. И там фрукты, овощи. Ну ладно. Наверное, я перекушу и возьму себе такос, потому что такос я люблю. Такос я, как говорится, уважаю. Так не хочу кровь сдавать, это я его заставила. Он говорит: Джасмин, мы тебе полгода назад делали все анализы крови, у тебя все хорошо. Я знаете, себя почувствовала, вот бывают же такие, особенно в более пожилом возрасте, тебе все время кажется, что у тебя что-то есть. Нет, обязательно проверьте, я знаю, что у меня что-то есть, и вот я тоже так же. Говорю, давай, говорю, проверяй. Ну, давайте попробуем, потому что я это никогда не пробовала. Посмотрим. Пахнет очень вкусно. Пирожок такой. Я знаю, что это латиноамериканское блюдо, кажется. Ну, я не помню, как это называется, правда. Такое песочное тесто. Вкусно. Мясо очень сочное, прям сочное. Это говядина, еще курица есть. Мне так нравятся вот такие маленькие бабушки, американочки. Они так за собой ухаживают. И они очень-очень вежливые. И такие, знаете, миленькие-миленькие.
Люблю очень вот таких бабушек. Фрукты и овощи. Это гуакамола. Тоже очень люблю я гуакамолу. О, вот это вкуснятина. А, это знаете что? Это наши блинчики, типа, только savory, то есть... Ай. А, привет. А вы по-русски, да, говорите? Да, на русском. А я, видите, говорю, блинчики, как наши, но они делают по-другому. Оказывается, наши блинчики есть. Ну, это как французские. Это как, да, как крип. Сестра у меня просто, у нее образование французское, повара. И поэтому, да? Да, ну, это как русский блин, то же самое. Очень-очень вкусно только выглядит. Туда идет все, понимаешь, там меню большое, и сладкое, да. И не сладкое. То есть... Ну, вы делаете не сладкое. И это... сладкое делаем. И сладкое у нас тоже. Вот там меню, можешь посмотреть. А-а-а. Около 16 позиций. Классно. Беру себе десерт. Кофе. Они готовят по французскому рецепту, то есть это не совсем наши русские блинчики. Okay, so I need without egg and ham. Can we do it? Okay. Yeah. The breakfast, no egg, no ham. Yeah, no egg, no ham. Got it. Вот. Вкуснятина готова. Спасибо. Муж меня потерял, говорит, куда ты пропала? Поехала я к врачу и пропала. Ждет меня мой сыночек. What are you doing? Nothing. Nothing. Сыночек мой. Сыночек мой. Привет. Say привет. Привет. Mm-hmm. What is this you got from the doctor? This is... It's not from the doctor, it's my lunch. I don't think you're gonna like it. Что ты делаешь там? Он говорит, что ты везде этот крошки накрошила в папиной машине, он на тебя разозлится. И Джей, и сыночек у меня, они, знаете, у нас такие clean freaks. Все должно быть аккуратно. Я сама такая тоже. Нет, я не была в Starbucks, а I wore it in a Kaiser. Kaiser? Mm-hmm. At the doctor? Yes. What Maisie doing? Что она делает, Maisie? I don't know who study chicken at home. Did you have lunch? Yeah. What did you have for lunch? Sandwich and chips. Sandwich and chips? Yeah, but mommy, why did you have to go to the doctor so long? Говорит, а чё так тебя долго не было? I was working on YouTube. Работала на YouTube. Can you look at YouTube at the doctor? Yeah. Close that window up. Jameson, what? Tell me one thing. Who you love more, mommy or daddy? Since you go home, I choose you. You. Счастье привалило. Меня выбрал. А Мэйзи никогда не выбирает. Мэйзи всегда говорит. And mommy and daddy. Маму и папу люблю. Mommy, I'm gonna go to the house and tell Maisie, and her gonna come in here. But could you stay in here for a long time until I come? Еще раз, мои хорошие, провели с вами сегодня прямой эфир, и вы задали мне вопрос, пользовалась ли я когда-нибудь отбеливающими средствами, и я не могла вспомнить. Вот InoPro. InoPro – это отбеливающие пластинки. Я увидела рекламу InoPro, ну, вообще-то я видела у многих блогеров, но когда я увидела у Бородиной, я решила купить. То есть вот такие вот, смотрите, вот такие вот пластинки. Даже не знаю, стоит ли мне сейчас их делать.
Ну ладно, я сейчас не буду это открывать, потому что уже вечер, и мне, в принципе, это не надо. Открывается, там вот такие две пластинки, вот на фотографии все показано, черные, черные уголи, видите? И, значит, прикрепляете на верхние и нижние зубы. Оставляете на 20 минут. Вот. И у-ла-ла. Белые зубы готовы. Они реально отбеливают. Но чем больше вы пользуетесь, тем лучше. То есть они советуют вообще использовать практически каждый день. Вот. Вот еще раз показываю вам. К врачу я съездила, значит, он взял анализы, все. Говорит, у меня есть анемия, пока что вот вышла, да. Печень еще не вышла, нужно дождаться. УЗИ щитовидки сделали, тоже вышло нормально. Ну, в общем, все нормально, но единственное, что, почему у меня такая сильная усталость, даже вот иногда говорить нету сил, это, оказывается, у меня сильная анемия. И плюс ко всему, у меня очень сильно понижено давление. То есть, ну, давление у меня понижено уже давно. Сегодня у меня, например, было 80 на 50. То есть даже не 90. То есть очень низкое давление. Вот на прямом эфире я чувствовала, что я чуть ли не теряю сознание. Как умирающий лебедь, да? Реально, даже не было сил разговаривать. Я замечаю, что когда я говорю много, я начинаю уставать. И он сказал, что это из-за анемии, потому что все анализы нормальные, то есть у меня нет ничего больше, вот только анемия. Ну, будем как бы, будем лечить. У меня есть уже, у меня есть лекарства. Я взяла железо, потом комплекс витамина В купила. Ну, в общем, все витамины буду принимать. Вот так. Где уложили время у нас? Сколько? 8:15. Я сегодня ужин не готовила. Ну, детям только чуть-чуть. И мне очень захотелось мексиканского такоса. Ой, как это вкусно. Это не передать словами. Это очень вкусно. Ну, всякие мексиканские штучки. Будем ужинать с муженьком. Дети спят. Класс. Такой такос, yeah, видите? Mexican, no. Очень вкусный. But they're more expensive and they didn't, I was gonna get ribs and... Something else. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.